Ну, сегодня завершилась короткая программа. Мы очень довольны своим прокатом. Это было очень приятно кататься чисто дома, с такой публикой, с такой поддержкой. И мы рады, что сегодня мы побили свой... Не побили, а набрали такое количество, которое мы ожидали, баллов. Поэтому сегодня мы рады. Ну, программа заиграла как-то чисто в прокате совершенно новыми красками. Я хочу сказать, что было очень много моментов. Ну, сегодня все сложилось действительно. И сделали все элементы, и публика. После отработки с хореографом, то есть она больше ярче заиграла, и зрители это увидели, им, я думаю, понравилось. Плюс сегодня, наконец-то, мы уже вышли в костюмы, которые мы планировали изначально. Доработали и костюм, и программу, и все. Поэтому сегодня кайфанули от своей короткой программы. Работа в Новогорске прошла не зря. Это точно. Спасибо, ребята, и удачи. Спасибо.